Визитная карточка села – это его центр, площадь, которая скоро станет украшением визирки. Сейчас на ней расположились новогодняя елка и другие праздничные арт-объекты. Все это – дело рук людей, которые приложили свои усилия, чтобы сделать центр родного села таким нарядным. В этом году мы провели большой объем работы по благоустройству, в том числе по благоустройству площади. Основные работы уже, в принципе, закончены. Поставлены фонари, осталось делать благоустройство, то есть озеленение, но это уже пойдет на весну. Кроме этого, тут также будет установлена беседка для оркестра, и плюс там еще какие-то дорожки добавятся, как бы, чтобы был какой-то замкнутый цикл. Покрытие центральной площади визирки также заслуживает особого внимания. По поводу плитки на площади. Это тоже очень важно, потому что нам предлагались разные варианты. Темный цвет, коричневый цвет, разная структура. Но выбрали такую плитку, которая более-менее противоскользящая, плюс и цвет плитки. Когда светлый цвет, площадь становится нарядной. В принципе, это уже видно и радует всех жителей, и люди очень благодарны. Завершающий объем работ будет выполнен уже в новом году с приходом тепла. По словам руководства села, проведение мероприятий по совершенствованию инфраструктуры визирки затронут всю ее территорию.